мультяшки, одебашки. Представляем вам артистов цирка. Тюлень Тимми, лошадка Белла, белочка Кики, клоун Фунтик, лев Гектор, мишка Потапыч, слон Бонни, тигр Шархан. Перед выступлением животные обязательно должны покушать. И тогда они покажут ребятам незабываемое представление. Здравствуйте! Можно мне билетик? Конечно! Спасибо. Добрый день. Билетик, пожалуйста. Возьми. Здравствуйте. Можно и мне билетик? Держи свой билетик. Большое спасибо. Дорогие зрители, мы начинаем представление. На арене цирка выступает тюлень Тимми. Игра с мячом. Ему помогает его друг Мити. Браво, Тимми и Мити! В следующем номере Тимми покажет трюк с рыбкой. Отлично, Тимми! А теперь коронный номер с качелью. Молодец, Тимми! А теперь выступает тигр Шархан. В своем первом номере он покажет умение жонглировать. Отличное выступление! Дальше номер под названием «Езда верхом». Это было невероятно! В завершение Шархан покажет опасный трюк. Молодец! Представляем вам клоуна Фунтика! Первый номер – жонглирование. Да, животное и то лучше жонглирует. Второй номер – опасный трюк с тигром Шарханом. Но вместо этого тигр решил поиграть в догонялки. Надеемся, Фунтик всех повеселил. На арену выходит наша прелестная лошадка Белла. Итак, первый номер Белла выполняет вместе с очаровательной Катрин. Великолепно! Второй номер – прыжок через барьер.
Превосходно! Ну а сейчас опасный прыжок сквозь огонь. Белла, ты лучшая! Сейчас выступает очаровательная Катрин. Она нам покажет трюки на качеле. Непревзойденно! Следующий опасный трюк без страховки. Хождение по канату. Великолепно! И, наконец-то, выступает слон Бонни. Этот номер он исполняет вместе с клоуном Фунтиком. Замечательно! Следующий номер – акробатические упражнения. Бонни – молодец! И коронный номер. Это было потрясающе! Дорогие зрители, вот и закончилось наше представление. Аплодисменты нашим артистам! Вот и подошел день к концу. И артистам цирка пора отдыхать. До новых встреч! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые мультики.